И всем привет, с вами Джим Рейнер и Шторм. Всем привет. Так, и мы решили заснять, так сказать, прохождение карты аэродром. Так, и зал командира недоступен. Народ, слышишь? Недоступен зал командира, то есть снайпер доступен. А, блин, нет, не пополнил. Верни его мне. Так, я тебе даю печенега, потому что у автоматчика есть гранатометы. Да. Все, вот, отдаю тебе. Побежали. Все, потерли. Так, ну сейчас главное остановить грузовик, а потом все налегке делаем. Не спеша, а так спокойненько. Так, я сейчас подальше забегу, чтобы сразу обстреливать вторую позицию. Ты пока что не тревожь их. Подожди, когда я позицию займу. А то по дороге шквальным огнем накроют. Это, считай, самая офигенная проработанная карта в этой игре. Ну, я не видел дампу. Но, похоже, это самое проработано. Слышь, как там на дамбе? Она красивее проработана, чем аэродром? Что? Миссия дамба. Ну, я дело, конечно, не проходил. Я вот только как прошла временную подготовку один минут. Я только подготовил оборону. А дальше у меня вылетело. Ну а как, красиво было? Не так красиво. Ну вообще. Короче, тебя купили не красотой, а Т-90. Да. Пофиг на проработку карты, главное Т-90. Ну да. Умер. Ну подожди, может разлагает. Ах ты! Не понял, это кто там у нас расстрелялся с подствольника, что ли? Ой, как подыхают они хорошо, прям хорошо подыхают. Прям все подыхают. Пачкой положил их. Так, вот эта бяка куда-то уходит. Чё, правда? Точно уже грузик. Так, кто тут у нас со шмелем? Ну только эти. Ладно, возьму одного пулеметчика. Так, шмель. Блин, хорошая шняга это РПО. Валит на ура. Я тебе помог убить одного. Вот этих бей. Видишь, лезут там? Ага. Так, все, сейчас РПО. Сейчас РПО поможет мне. Ты что, подумал, что ты сейчас РПО поможет? Не-не-не, давай-ка пулеметом вырубай. Ишь ты. Я не достаю ни снайпером, ни пулеметом. Бум! Сейчас. Бум, бейба. Тоненько. Ах, как рвануло, сколько киллов мне сразу приписали. Чувак, а ты не думай, если не достаешь, то можно подойти. Блин, что он подходит? Дурашник. Легко он подходит. Не бедуй. Потому что ты его туда послал. Логично, логично. Опа-на. Есть, он готов. Прям на ходу слетел. Так, не, ну сюда, конечно, я не попаду. Ну умри. Так, где-то тут еще засел. А, блин, уходит. Что там у тебя? У, я смотрю промах. Че они тут засели? Там пару хороших очередей и все, они трупы. Не тупи.
Опять шмелем. Естественно. Зачем стрелять? Можно ж просрать дорогостоящий шмель. Это ж я самый... Это ж самый простой вариант. Так, где ты сникался-то, я не пойму. А, вон он. Умирайте, сказал. Так, хорошо. Кто тут у нас под ствольником гасит? Ага, ты. Ну, значит, ты и пойдешь под ствольником. Да нет, это у меня тут один раз стрелялся под ствольником. Вот он у меня и пойдет на передовую с под стволом. Так. Не, сейчас не поддержу снайперами. Сейчас я один работаю. Готово! Вот этого центрального выбивай давай. А потом со шмеля гасани. Мои по машинах идут. Да. Если что, я тут готов. Это кто такой? Снайпер. Если что, у меня есть шмель. Один еще струс. О, давай. Убивай. Вот он. А, там еще кто-то живой остался. Вот этот. Блин, тут вот этот еще остался. Это я попал. Он типа ко мне башкой повернулся. Он что сделал вот так? Все, гад. Ага, отвернулся. Давай, всади ему пачку патронов. Попасть. Отличный выстрел. Он очень глупо сделал, что башкой ко мне повернулся. Возможно. Вот сейчас. Мое любимое место. Я уже это сделал. Ну что ты за человек? Вот такой вот я человечек. Помирать. Сволочь. Я сказал помирать. Сволочь. Совсем немножко. Совсем немножко, сволочь. Минус. Так, а где же живые-то остались? Передатчик уничтожен. Связи у них больше нет. Да, извиняюсь за двойной звук. Тут уж ничего не поделать. У Ванька в ноутбуке и микрофон, и динамики. Ну что, в путь дорогу? Не, ну тут слышал, задача элементарно простая, уничтожить самолет. Нифига себе простая. Чё, он сказал элементарно простая? Просто завалить и уничтожить самолет и там твой. Ну окей. Вообще я прям каждое утро такое ворочу. Лёгкий пас. Ага. Я реально, как будто бы каждое утро такое творил. О, склад горючего. Самое лагучее место на карте. А, вот что у меня так лагало. Подмога. Так. Ну и где же мои? Вот еще все? А, нет, вот еще есть. На выход, давайте, ребятушки, на выход. Так, тут у меня больше никого нет, да? Ну что ж, сколько у меня? Шестеро. О, отлично. Хоть не пятеро. У тебя еще остались в этом газике. Не забывай, а то сейчас еще накличем врагов. Нехорошо будет.
Так, хорошо. Ну, мне 12 человек, да. Бляха. Опять начали стрелять. Ну что ж, тогда примем бой. Ах вы, сукины дети. Ну все. Члены Гасы. Сейчас вы быстро у меня потерпите. Вот так вот. Легко и просто. Ну, давай-ка ты тогда пешечка, а я буду водить нашим ходячим складом. Этаким гробиком на колесиках. Не поняла, где мои пробы. Вот твои тут еще. Так это двое, где третий? А, третий? Третий вот. По карте смотри. Куда он пошел? Туда, куда ты ему сказал. Разве не логично? Я ему не говорю ничего. Прям ничего не говорил. Ты смотри, чтобы он там стрелять не начал. Угу. Мои уже едут. Не, ну как сказать, тогда мы его выманим в другую сторону. Стоп, слишком близко, я уже подъехал, быстро все на выход. Вроде не посекли нас. Обычно, когда я начинал... таранить... Чё? Угу. Когда я начинал таранить вот это здание... Ну вот это, короче. Что-то она как-то не пометилась. Короче, вот это. Меня сразу палили. И выезжали за мной. Было достаточно неприятно. Да. Карта аэродром была нашей с Саньком одной из любимых. Ну, вообще, это была наша любимая карта. Ну что, готов? Подожди. Все, давай. Первый готов. Пулемет достаточно точный в начальных стадиях стрельбы. Все, не стреляем, не стреляем. Стреляем только по отдаленным людям от Хаммера. То еще пробьем его, к Лиханам убьем еще. Так, все, я перемещаюсь. Сейчас сбоку попробую очередь всадить. Сейчас все будет. Сейчас все на базе будет. Так хочется шмелем шмальнуть. Ну тогда Хаммеру капец будет. Так, все, разброс пошел. Уже нельзя стрелять. Так легко и просто. Ну все, основную араву выбил он. А как же можно такие глупости сделать? Вы же чел, я вот эти знаю, где вот эти вот квадратные. Ну это вручную все делается. Это все отдельные материалы, то есть полукруглые эти. Я знаю, я вот эти квадратные кубы знаю, как называются. А как вот эти вот мешки. Чел, ну не хребись херню. Это вообще какая-то работа, как это звонок. Чё, фиговый русик? Русик на английском. У, хороший русик. Мне понравится. Для английских американцев. Ну, 150. Да заткнись ты! Да. Кто тут у нас говорил 150 плюс 150 вслух? Мой тракторист уже выехал. Но тракторист решил стать военным, пошел в военкомат, и через 5 метров его взорвало учебной гранатой. Хэппи-энд.
Чел, вообще-то я думал, ты там будешь. Я же сказал, остальное тебе. Ты не говорил. Говорил. Не говорил. Говорил. Не говорил. Заткнись. Я тут главный. Там где-то еще второй шляется. Так, карту, блин, вырубил. Так, что тут у нас? Где вы засели? Ага. Вот гады, как назло перемещаетесь. Блин, тут я видел одного чела, как свою собственную компанию колбасил. Это было вообще круто. А, как там с двух сторон танковая баталия была? На песчаной местности? И там сбоку еще немного здания, совсем чуть-чуть, да? Малюсенькая такая миссия, без озвучки, там диалог какой-то непонятный был. Типа, захотите то, и будет вам плюшка. Блин. Все, готово, расчистил. Так, я, наверное, возьму солдата, вот то пулеметчиков-то жалко туда отправлять. Все, продолжаем. Так, собственно. Что, на паузу? Ну, на секунду, я так, я не знаю. Чел, вот обязательно было говорить, что ты хочешь тапки одеть. Правда, ты думаешь, это кому-то интересно слушать, как ты тапки одеваешь? А-а-а. Куда убежал? Куда? Прекрасно. Все, давай зачищай его пустик. И дальше опять сперва спас. Ой, блин. Я вот сейчас походил за нами Москва. И как тебе? Мне понравилось, там кто нашел, подобрался кадром. А мне не очень за нами Москва понравилась. Замороченная какая-то. Мне за вами Москва не понравилась. Ну да, ну, проще, чем надо. Блин, а почему? Слышь? А, блин, точно. Прикинь, у меня пулемет, короче, не поворачивается. Я думаю, почему? Оно у меня не установлено. Я случайно обменялся с грузовиком, а потом забыл его установить. Я просто... Нужно было по-другому меняться. Я забыл, что я не на газе 66. Итак, говно экспресс, приветствует вас на своем борту. Заметили говно на полу? Тройную оплату, не волнуйтесь. Это все правда. Да, детка. Чё? А. Итак, говно экспресс едет по былым местам славы. Вот тут наши предки делали говно и впаривали его таким же говножуем. Чего? Но сначала должен вас довести. Да и грузовик. О, на улице дождь.
Прекрасно, хоть немного не будет жары. Целый день. Не, ну если это не удастся, то, наверное, я уже буду выкладывать старые. Но все же надежда никогда не пропадает. На выход, ребятки. Так, все, я этих положу здесь и переключаюсь на Хаммер. А, бум-бум-бум. О, эти спохватились и побежали за нами. За нашим говно экспресс. Наверное, с... А, это не прибежит он никуда. За говно экспресс еще никто не бегал. Говно экспресс еще никто не мог догнать. Оно было повсюду, но оно воняло, но его никто не видел. Нежданчик! Так, помнишь, что надо сейчас делать? Чел. Хорэ пихать себе в задницу микрофон. Не понял. Не шебурши микрофоном. Я вообще ничего не делаю. Ну-ну. Ну, значит, ты что-то делал, что очень неприятное по звуках. Слушай, мне кажется, после того, как я переустановил пулемет заново, он стал очень косым. Очень косым. По мне там что же стреляют? Что-то не понял. Не понял. Это что за шуточки? Да, он стал каким-то очень косым. На, никогда не переустанавливайте пулеметы на технике. О. Вот зато этого убил. О, наконец-то. Вот мне интересно, сейчас дверь откроется или выломается? Ты подожди, ты сперва эту охрану сделай. Ой, господи, не будь таким занудой. Открылась. Подожди, побежали, побежали. Правда? А я по им не помогу попасть. Блин. А не попал по кому-то все-таки. Правда? Да, а я не знал. Умер. Блин, отсюда лезут сукины дети. Умирай. Не, ну по-братски. Перезарядка еще. Неразрушаемые детские мечты. Так, где-то тут еще вроде в лесу завелись крысы. Ага. Вот ты где. Есть. Ворбил. Блин, он... Я немного вперед подъеду. Ну, умри. Слышь, можешь туда не смотреть? Я слышу все, что они орут. Что делать? А, отряд. Мне послышалось обед. Я думаю, какой срока обед. Уже ужин надо делать. Да я понял. Блин, никак не могу попасть. О, почти пробил. Почти. 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 Давай. Ты пробьешься. Пробьешься в будущее. Да, детка.
И топс сельс огонь. Бум, бейба. У. 9? Такое чувство, что ты сам их ему положил. Потому что, по идее, такой раскладки у них не должно быть. Умри, детка. Ты будешь умирать. Так, все. Теперь главное, чтобы Хастигр выжил, и остальное защищу газиком. Я знаю, у меня пулемет косой. Если бы у меня был бы пулемет поточнее, это и все из-за того, что я его перевставил. Вот я его высадил и заново вставил. Теперь он стал очень косым. Не, ну гастига в этой миссии вообще вещь. Конечно, со своим подствольником. Вум-вум, мазафака. Так, снайпер. Тебе снайпера не отдать? Вот он, мой отряд. Может, снайпера тебе отдать? Пусть будет. Как знаешь. Так. Все, залезли. Сейчас будут лаги. Подожди, не стреляй, я пустую. Ой, господи. Вон туда не смотри. Подожди. А, пошла падение производительности. О, вышку подорвало, я вижу по миникарте. Там на вышке что-то случилось. Это хорошо, если вышку подорвало, это гораздо упрощает нам жизнь. Ты уже стреляешь? Уходи, по тебе могут стрелять. Чел. Уходи. Уходи оттуда. Я тебя поддержу, попробуй. Уходи. Чел, кому говорю? Сейчас попробую подорвать там все. Подрываю, не смотри, подрываю. И что случилось? Ничего? О, все, пошло дело. Много умерло твоих? Морфинчик? Ну, по идее, у меня должен быть морфинчик, не факт, что он успеет добежать. Истинный командир. Что? Что это было? Ты что, вылетел? Нет, у меня просто пониженный стой. А, тьфу ты. Такое чувство было, что сейчас ты вылетел, и мне передали все войска твои. И такой характерный был пик. Так, у меня тут как раз у пулеметчика место для морфина есть. Все, пулеметчик побежал на помощь. Спасать тебя. Даже если не успеет, ну, хотя бы будет медик. Так, для профилактики. Ты как считаешь? Все? Умер? Да. Помер, Василько, помер. Нема, Василька, нема. Стоп, а где Хаммер? Я вот начал ехать. Короче, прикол в том, я подорвал вот эти баки. Из-за этого началась тревога. После этого ты начал стрелять, как бы начал атаку. А всегда Хаммер едет, когда начинается атака, а не когда все бочки будут подорваны. И тут, когда он начинает ехать на выстрелы, я подрываю бочки прямо возле него. И он подрывается. Вот это так получилось весело.
Зато мой хаммер до сих пор жив. Чел, зато мой хаммер жив. Правда, он косой, как жопа. Ну ладно. Эй, народ, просыпайтесь, вот он я. Во всей красе, так сказать. Давайте, гоните ко мне. Так. О, бегут, бегут. Бегут пиздюки. Минус раз. Давай тоже там не засиживайся сильно. Два, три. Ну да, собственно. Но ты смотри, не пропусти, когда они будут подходить. Чтоб когда они как только выйдут, чтоб ты сразу шквальным огнем их накрывал. Упс. Чё ты там... Это чё? Чё это значит? Выходят уже! А ты до сих пор не стреляешь. Так бери быстрей. Вот он, слепой что ли? Гранатомётчик, между прочим. Фуф. Куда попал? Слушай, я не пойму, у них что, огонь был выключен? Нет. Нет. Естественно, нет. Все, больше не могу стрелять далеко. Так, сейчас попробую с под ствола вырубить на вышке. А, вышка уцелела. Молодец. Я его повредил, правда, клёв? Не смотри. Возможен взрыв. Походу взрыва не было. О, ладно. Ага, чтобы я остался без бензина? Чел, чтобы я остался без бензина вообще? Нужно одну кладку бочек оставить. Как минимум. Ну, эти я подорву. Не смотри, сейчас будет хороший такой взрыв. Так, у меня FPS упал до одного. Выходит. Почему твои до сих пор не стреляют? Он был... Чел. Если бы у него был бы гранатомет, он бы уже выстрелил. Потому что он с автомата уже начал стрелять. Будь более внимательный. Сейчас еще подмога подъехала, возможно, опять РПГшники. Но я попробую их немного почистить этим под стволом. Ну давай, прям в эту кучку. Да, детка. Что это там? Что это там так шкрябает, как будто бы стрелять по моему хаммеру? По моему любимому хаммеру. Хаммерику. Кстати, еще ж второй подъедет. Так что не забываемся. Возможно будет. Блин, я забыл это. Меня не беспокоить поставить. Сейчас, возможно, звонить будут всякие бяки. Слушай. Сейчас уже 35 минут, как мы снимаем. Я думаю, может, сейчас эту серию закончить и поставить на паузу. Это, на не беспокоить. Как считаешь? Так, ну ладно, тогда на этом закончим мы эту серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. Всем пока.